Всем привет, ребята, в канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я сегодня ролик про обновление снял. Там новые картинки добавили, но эти картинки я вставлю в ролик. Ну как, на превьюшку, конечно. И вы увидите, что мне дали, конечно. Сейчас посмотрим. Мне его дали вот такой вот брелок за мои заслуги все. На путь глобала пока что на этот аккаунт не могу зайти, почему-то ошибка пишет стендов. И тут я просмотрел все карты, нашел где, да, что да как. ФСК изменилась, у нее, конечно, у всех оружие отдача поменялась, поменьше стало. Добавили тренировку, это прикольно. На карте раз ничего не добавили, просто такой цвет добавили и все. На карте провинция... Там за террористов, когда бежишь к точке А, там добавили проходик такой. На зоне 9 я не играю, давайте сейчас посмотрим. Ну, блин, не в соревновательный. Калибровку заново проходить, ну, блин, вот это вообще обидно, конечно. Давайте в лобби, закрытый. На тренировке тоже поиграем, не бойтесь. И сейчас пока что на карте зона 9. Так, также, кто хочет вторую часть, давайте влепите лайков, не знаю, 7, под прошлым роликом 7 лайков набрали. Тут, смотрите, изменилась анимация, она вообще кайфовая. И, типа, смотрите, хоп-хоп, спецназовцы по-другому выглядят, типа, тут еще расстановка поменялась, ну вот, смотрите. Но анимация кайфовая, конечно, но она уже мне надоела, если честно, один раз сыграл и все. Также тут все остальное вроде то же самое осталось, вот, смотрите, еще. Ну вот, то же самое все осталось. Давай, проходи уже. Смог такой же просто остался. Граната то же самое. Вот, смотрите, бог и все. Сейчас еще по карте побегаем. И тут цены на оружие. Вот это я прям в глаза бросилось мне конкретно. Ладно, тут все уже, мне нельзя в магазин. Давайте через точку Б и вот так все бежим. Беги ты шустрее, ты что, в штаны наложил, не можешь бежать. Так, ну тут, конечно, мало что изменилось, тренировку добавили, это прикольно, конечно. И ты, когда играешь, тебе могут за награду дать какую-то прикольную штучку, конечно. И это меня удивило, я сейчас играл, и одному, моему, конечно, союзнику выпала какая-то штучка. Вообще, она такая, блин, красивая, и она только за донат получается, или ты выиграл. Это, конечно, респект им, но, блин, добавили прям как... В Бравл Старсе, блин, Бравл Пас. Я Бравл Старс перестал играть из-за этого Бравл Паса. Неинтересно стало. И тут такая же фигня стала. Так, понятно. Опа. Ну, что-то я давно на ней не играл, вроде ничего не изменилось. Ну, сейчас побегаем еще немножко. Так, ну, видно... Ну, ничего не поменялось на этой карте, конечно. Обидненько, обидненько. Та-та-та-та-та. Не, ну анимация, я просто тащусь просто. Так, ну в основном то же самое на карте Sandstone, там все те же баги, которые я нашел, те же самые и остались. Ничего не исправляли, лезть под лестницу, можно до сих пор залезать тут. Ясненько, но я это все покажу, если вы наберете лайки, конечно. Так, тут тоже все осталось. Так, и что еще я вам не показывал? Так, ну тут все как обычно. В магазине добавили вот в эти боксики классные штучки. У меня 3 боксика есть, конечно, на другом аккаунте. Хотел открыть, но у меня не заходит. А пишет ошибка, к сожалению. Так, сейчас посмотрим другие также карты. Вот тренировка. Купить я предлагаю вот это оружие. Я уже тут играл. Вот так, старт. Все, поехали. Следим за ними. Тут надо еще успевать самой перезаряжать за тебя оружие. Так, одного не успел уже. Неплохо, тут 30 всего лишь. А, блин, ну что со мной? Сейчас ты... Короче, таких 30 будет. Ладно, убийство 7 уже попыток. Осталось 17. Да что за отдача? Меня уже раздражает это. Я издалека не могу попадать. Над другим оружием. Но ФАМАС для меня это самое топовое оружие, так. Еще не поймешь, где не заспавнится. Пытаешься угадать, но не угадываешь. Ну ладно, 25 убийств из 30, понятно все. Вот, старт, стоп. Стоп, я тебе говорю.
Вот, все, вот так вот, штучку добавили, вот это вот, типа, что нужно вам выполнить, чтобы пройти. Ну, короче, я все в основном покажу, если вы наберете лайки, конечно. Гонка вооружения аркады, это то же самое практически. Давайте зайдем, мне даже интересно, а где снайперы? Опа. Что-то я про них забыл. Ну, а где они? А где? Опа, убрали. Я только что заметил. Так, давайте, нет, в командный бой, может. Ну, допустим, вот так вот, на всех картах. Но все же мы ее посмотрим. За терроров зайдем. И, ну, тут давайте петуха возьмем. Петуха, смотрите, убрали такую прям агрессивную отдачу. Убрали. Не, все, то же самое осталось, то же самое. Не, карты не изменяли, как по мне. Просто листья на провинции добавили, и все. Больше ничего не изменяли. Да, ничего не изменили, понятно, значит, на картах ничего не меняют, но я их посмотрю, если наберете, конечно, лайки. Так, мне сыграть катку, показать вам, как это или нет. Просто я уже второй раз переснимаю, мне первый раз не записалось, к сожалению. А, вот эти вот разве были? В другом порядке не были, конечно. И это я точно помню. Не, ну прикольно, прикольно, нравится. Хоть что-то сделали. Ну и в основном на этой карте все, больше ничего и не делали. О, мельница, привет. Конечно. Жалко, надо боксики подкрывать, но в ближайшее время я их открою с удовольствием. На карте раз, сейчас поиграем, конечно. Без игры я никуда не закончу ролик. Вы должны понять, как это там играется, что да как, конечно. Так, зайдем, пожалуй, за террористов. Да, за террористов зайдем, чтобы посмотреть, какие спецназовцы у нас. Форма друг... Ну, понятно, сейчас за спецназ зашел, к сожалению. Вот, видите, какие они? Это просто шок-контент какой-то. Чё это такое у него? Пузо, смотрите, выпирает. Пипец. Блин, я уже был настроен. Вот, у АВПшки вы видите, анимация другая. Так, сейчас посмотрим. Еще вот, феск, вот, видите? Другой звук и отдача другая. Это, конечно, прикалывает меня. У этого оружия я ничего не смотрел. Но оно такое же с отдачей осталось. И все. ФСБ написано по-русски, вы заметили? По-русски, по-русски. Так, феску закупаем. А, ну это же закладка бомбы, тут не надо больше ничего закупать. Не, ну меня это реально прикалывает. Ну что это такое, пузо, блин, торчит. Но остальное все то же самое. Четверо против пятерых, ну сейчас затащим. Вы что, ребята? Это ГГ. Опа. Я эту карту обследовал, этот, вне игры, но я не видел то, что тут обстановка такая поменялась. Но я тут вроде и не ходил. Да, я тут не ходил, тут кирпичом все положили как будто. Убили. Но с дигом стало труднее еще стрелять, это, конечно... Конечно, неудача какая-то. Мне это не понравилось, если честно. У них один не играет, да? Ну вот, затащили. Прикольно. Все те же. Чё? Вот это я оружие не брал, я думаю, тут он... Вы чё? Вот мне так на баги везет, он будет стрелять? А теперь пока... Да чё это за баг? Вот вам первый баг, который я сегодня нашел. Магазина не видно. Да иди ты, инвалид! Шеф, музычку? Окей, проиграли. Изи, изи, нас двое, блин. Бесишь ты меня, блин, очень сильно, ты меня разозлил. И всего лишь 5 коинов, и один в этой команде только и делал киллы. Вы орете, что ли? Победа. Это победой не назовешь. О, вот это вот я еще не видел, прикольно. Спасибо, что смотрели этот ролик. Всем удачи, всем пока-пока.